Какой-то день за неделю до испытания. А, нельзя рассказывать о системе? Верно. В день экзамена будут мастера гораздо сильнее тебя. Если они узнают о ней, уверен, заберут тебя в горизонт для опытов. Так как я должен пройти экзамен? Эй, ты чё творишь? Попытайся уклониться. Что это было? Убить меня хотел? Тебе нужно успевать резко активировать систему, уклониться от щелбана и тут же закрыть ее. Только так получится избежать внимания экзаменаторов. Да, я понял. Ну что, продолжаем? А что? Несколько дней без сна и отдыха. Я буду тренировать тебя. Ай, так и помереть недолго. В момент атаки врага активировать систему. Вложить одно из 4 очков в уклонение и одно в атаку. Уклониться от удара. Атаковать в ответ на высокой скорости. Закрыть систему. Фу, а тренировки не прошли даром. О, а он не так прост. Сильно похож на тебя, храбрец. Как скажете. Как же бесит это прозвище. Однако, в этот раз экзамен не будет простым. А что? Вот же. Испытание только началось, а уже приходится прилагать усилия. Нужно как минимум сразить штук 10. Тревога? Нельзя расслабляться. Вот же черт! Уклониться не вышло. К счастью, удар пришелся на броню. Я и забыл, что здесь присутствуют также и мутанты. Черное пламя. Неужели снова кандидат? Что? Почему вы раньше не объявили, что будет кандидат? Не переживай. На арене 150 зомби и только 30 псевдокандидатов. Они и в сравнении не идут с настоящими. Пускай и не настоящие, но довольно сильные. За их убийство назначается в 100 раз больше баллов, чем за обычных зомби. Пройти испытания смогут лишь те, кто участвовал в сражении с мутантами. Какого черта? Почему в этом году требования к испытуемым настолько суровы? У них нет никакого реального боевого опыта. А если... Все потому, что у нас нет времени. По достоверной информации, недавно появился новый король зомби, из-за чего мутанты начали появляться все чаще. Если экзаменуемые здесь столкнутся только с обычными зомби, то отправить их на реальное поле боя будет равносильно смерти. Вместо того, чтобы дать им помереть там, уж лучше пускай получат травмы здесь и сдадутся. По крайней мере, смогут жить дальше. А ведь верно. Сражения становятся все более ожесточенными. Если бы Юй и другие не последовали моему примеру и не стали воинами, возможно,
Сейчас они бы были живы. О нет, это мутант! О нет, что делать? Если продолжим, то тут и помрем. Должны ли мы бросить испытание? А что? Кандидатов становится все больше. Если я не воспользуюсь системой на полную, боюсь, что испытание мне не пройти. А если воспользуюсь, то точно себе раскрою. Еще и кинжал сломался. Дело дрянь. Нужно что-то придумать. О, вот черт! Я отвлекся. Лин Вэньсин, ты в порядке? Номер один пришла тебя спасти. О, большое спасибо. Божечки, она настолько сильна. Никогда не видела настолько талантливого человека. Вау, она убила мутанта. Мы тоже сможем. Не стоило так сильно бояться. Ничего страшного. У кого хватает храбрости, за мной. Ого, неудивительно, что она представитель аристократии Горизонта. Дочь семьи Юнь не только сильна, но и способна вдохновить товарищей по команде. Что? Монстр еще жив? Постойте-ка, раз я не могу использовать систему, лучше будет воспользоваться шансом найти уязвимое место и прикончить его за удар. Мгновенно включить систему, нанести удар, и балл за убийство у меня в кармане. Окей, с этим покончено. Кажется, он был последним. Вот же блин, могла бы и мне одного оставить. О нет, берегись, сзади. Десять лет назад, где-то в трущобах. Дай кристалл, отродье! С чего бы? Это я его нашла! И еще, меня зовут Кэ, а не отродье! Э-хе-хе-хе. Ты даже не знаешь, кто твой отец, а говоришь, что не отродье! Ах ты! Тебе второй раз повторить! Эй, ты чего творишь? О, голова кружится. Больно. Кэп, пощади. Мы так больше не будем. А то, иначе мигом пожалеете. Мама, мама, я дома. О, Кэ, ты вернулась. А что? Вы кто? Твой папа. Я специально приехал за тобой, чтобы вернуть в Горизонт. А папа? Горизонт? Верно, Кэ. Тебе течет самое чистое. Аристократическая кровь нашей семьи Юнь, поэтому не пристало жить с такой, как она. А, ну почему? Эта женщина всего лишь слуга семьи Юнь. Без моего ведома она родила тебя и тайно вывезла из Горизонта. Ее грязная кровь отличается от нашей и может запятнать тебя, поэтому ты должна уехать со мной. Моя любимая доченька.
Ясно. Кровь этого дитя уже запятнана. Раз отказываешься вернуться в семью Юнь, то ты больше не смеешь носить эту фамилию. В будущем тебе запрещено называть себя членом моей семьи. В тот день в глубине души я поклялась, что ни за что не стану членом семьи Юнь. Но им назло я ношу эту фамилию. Еще увидит, какая я сильная и без них. Но сейчас я повела себя наивно. Мама, прости и прощай. Какая быстрая тень! Кто это? Мои глаза! Тварь! Напал из-под тяжка! Покажись! Преимущество ассасина. Внезапная атака. А ты просишь меня показаться? За глупого принимаешь. Оповещение. Смена класса успешно завершена. Получен новый класс. Ассасин. Класс появился внезапно. Нужно быстро ознакомиться с навыками. Оповещение. Навык «Скрытность». Повышение скорости, гибкости. Тело скрывается темной энергией, делаясь невидимым. Оповещение. Навык «Палач». Мгновенное усиление. Способность распознавания слабых мест противника. Дебаф. Снижение гибкости. Раскрытие личности. Глупец! Тебе не скрыться от меня! О, как это возможно? Умерший мутант! Полностью восстановился! Ребята, ужин подан! Без паники, это лишь часть испытания. Верно, мы убьем его еще раз. О, это пустяк! Что? Защитное поле? О нет! Его сила совершенно на другом уровне! Как и скорость! Ха, поймал. Быстрее, спасайся. Остальное оставь мне. Что? Очень быстрая тень. Это сила... Схоже с силой короля зомби. Лю, живо за мной, на арену! Постой, экзаменатор. Возможно, это тень, способность кого-то из испытуемых. Нужно понаблюдать. Да не в тени дело. У созданных мной кандидатов нет способности к самовосстановлению. Что? Командир, на арене зафиксирован объект класса «Король зомби». Король зомби? Если я правильно думаю, то тень «Король зомби». Немедленно уведите всех экзаменуемых, чтобы они отправились в убежище. Оповестите отряд Эбола о боевой тревоге высшей категории и поживее. Последний. СТ-1,
испытуемые, немедленно покиньте арену. Повторяю, немедленно покиньте арену. Ай, да они издеваются. Ладно, иду. Но как только замочу эту тварь. А что? Он еще жив? Этот монстр будто из железа сделан. Ладно, сыграем. Активировать навык палач. А ну стой, не двигайся, положи оружие. Недостаток навыка палач. Медленно повернись, без глупостей. Оповещение. Стоимость повторного использования навыка скрытность составит 1 очко. Активировать? Выбора нет. Активировать скрытность. Что? Исчез? Опечатайте арену. Обследуйте каждого зомби. Да, есть. Что? Ты спас Юньке с помощью системы? И она тебя узнала? Ситуация была напряженной. Времени на подумать не было. Я передвигался очень быстро. Может, и не узнала. В горизонте действуют разные силы. Юньке – потомок семьи Юнь из горизонта. Когда они раскроют тебя, заберут в горизонт. А самое паршивое то, что датчики определяют тебя как короля зомби. Король зомби? Но почему? Сейчас трудно что-то сказать, тем более учитывая, что Юньке человек из семьи Юнь. Понял. Касательно этих двух моментов, я буду особенно осторожен. Сколько еще секретов таит в себе система? Уже поздно. Возвращайся и отдохни. Завтра экзамен продолжится. Понял. Тогда я пойду. А вы еще кто? Господин Лин Ван Син, я прибыл забрать вас в горизонт.